У жителей Твери появилось больше возможностей приобрести качественную продукцию по низким ценам. На Артиллерийском переулке 3 свои двери открыл еще один магазин торговой сети «Да». Подробности в нашем следующем сюжете. Супермаркет «Да» уже ждет своих покупателей по адресу Тверь, Артиллерийский переулок 3. Низкие цены и высокое качество продукции. В магазине есть собственная пекарня. Каждый день здесь готовят более 30 видов хлеба, булочных изделий. Итальянскую чиабатту с оливками, французские багеты, круассаны, пончики и другую вкусную выпечку выставляют на полке каждые 2 часа. Магазин «Да» предлагает новый формат дискаунтера для России, который гарантирует покупателям лучшее соотношение цены и качества. Достигается это благодаря эффективной организации труда, бизнес-процессов, применению новейших технологий, проверенных на рынках Западной Европы. В нашем магазине все сделано так, чтобы покупатель мог сэкономить свои деньги и время, чтобы ему были доступны товары и продукты высокого качества, и делать покупки было легко, быстро и комфортно. Собственный автопарк «Да» обеспечивает ежедневные поставки охлажденного мяса, колбас, молочной продукции, овощей и фруктов. Благодаря чему в магазине каждый день свежие продукты. Кроме продовольственных товаров, на полке есть косметика, бытовая химия, товары для животных, текстиль, посуда, бытовая техника и многое другое. В магазине найдется все, что составляет повседневную потребительскую корзину. Также каждую неделю вас ждут новые интересные предложения. Как горожане оценили новый магазин, расскажем прямо сейчас. Моей корзиночке я нашла то, что мне нравится, и цена, и качество. Все хорошо. Цены приемлемые. А качество товаров? Ну, качество вроде тоже нормальное все. Есть товар, который даже меньше стоимости, чем в других магазинах. Магазин работает ежедневно с 8 утра до 10 вечера. Приглашаем за покупками по адресам. Город Тверь, Артиллерийский переулок 3. Вторая улица Красина, 84. Бульвар Гусева, 14, строение 3. Улица Оснобрюкская, 12, корпус 1. Улица Паши Савельевой, 44. Улица Можайского, 56А.